Всем привет! С вами я, игрок Адор. Сегодня мы играем игрушку под названием Entity, A Horror Escape. Это сущее, некое сущее, которое закрыло нас в каком-то отеле. Сегодня попадают на мой видеоролик вот эти вот ребята. Если вы хотите попасть на мое видео, напишите в комментарии слово Entity. И не забудьте поставить лайк, а также подписаться, без этого никак. Погнали. Escape, you are trapped and stalked by an entity. Go through the level and find your way out. But beware, the entity will look for you at all times. Run away. Hide to everything you can to avoid it and get out. О, боже мой. Что это такое? Я что, заключенный? Нифига себе. Ну ладно. Так, давайте мы сразу посмотрим, что в этой комнате есть. Тут такая вот двухъярусная кровать, и у нас есть записка. Day? I've been in here for a while now. What am I doing here? I feel like I'm losing my mind. I can't stay here any longer. I have to leave this place. Я чувствую то, что мой мозг кипит, говорит. Ну ладно, я понял. Нам нужно выйти из... Да. Я думал, нам как-то нужно сломать эту дверь, оказывается, нет. Так, у нас, я вижу, какой-то есть скелет. Нам нужно 8 скелета собрать, хорошо. Сейчас мы будем, походу, прятаться от какой-то новой слендерины. Не знаю, ребят, походу, она реально страшная. Но мы сейчас сразу знаем, кто она такая. Давайте пойдем, посмотрим. Так, maybe I can push this box. Да-да-да, ты можешь. Ты можешь толкнуть. Так, где мы? Это тюрьма? А, нет, это же подвал. Она нас держит в подвале. Ну, она вообще офигела. Так, давайте мы... Что это такое? О, эту дверь, походу. А, нет, она открыта. Ладно, давайте сходим сюда. Так. Something has been lurking in the shadows, and the house looks like... I tried to... Так, дверь закрыта, так, теперь нужно нам открыть дверь эту. Но, чтобы нам открыть эту дверь, нам нужно, походу, вот этот, эту фигню сделать. О! Нет, секунду. Так, это тоже закрыто. Ребят, я вам сразу скажу, то, что эта игрушка новая, да, и она недавно вышла. Поэтому сейчас будем смотреть, что она из себя представляет. Давайте первое откроем вот это. Нет. Опа! Один рычаг поставлен, отлично. Так, второй какой? Блин! Запомните, середина, право. Так, давайте, ну-ка это. Блин. Сейчас мы все сделаем. Оп. О! Ха, отлично! У нас есть ключик, хорошо. Мне уже нравится эта игрушка, это прикольно. Опа. Door unlocked. Что это такое? Это какой-то дом? Ха, интересно. Боже мой, что это? Это отель? Мы должны сбежать с этого отеля? Так, что за кнопка? Блин, ладно. А эти открывать можно? А, мы можем прятаться! Нифигась! Кто там? Что? Наш фонарик. Отлично, у нас есть фонарик. Так, насколько я понял, то что тут можно... фонариком от... О, боже мой! Пошла вон! Ядрить, колотить! Что это такое? Закрой дверь! О, что за бред? Какое-то чудище! Так, открой. Да прячься сюда! Ядрить, колотить! Так, девочка, ты где? Опа. Еще одна комната, закрывай. Отлично. Не, ну, в принципе, прикольная игрушка, знаете, такая. Ну, для смартфонов, для телефонов, это очень круто, на самом деле, сделано. И мне нравится, мне нравится. Так, давайте посмотрим, что снизу. Нет, пока ничего нету. Но нам нужно выбраться из этого помещения. О! Наконец-то нам досталась вторая черепушка. Так, у нас есть батарейки. В принципе, мы можем не тратить их, да? Если мы будем их тратить, то это будет печально. Надеюсь, она меня не убьет сейчас. Ну, ядрить! На тебе! Ослепили! Бежим! Так, забираем! Забираем! Так, давайте посмотрим сразу, что тут есть. Ой, ядрить, колотить! Пошла вон!
А! Я! Нет! Твою же налево! Ой, я треть колотить! Она сразу пришла сюда! Пошла вон! Как она горбатится! Так, пошла вон, пошла вон! Так, бежим, 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 бежим! Бежим! Ух, блин! Ключ есть, а хорошо, давайте возьмем ключ. Не знаю, может... Локт. Ну я же пытаюсь открыть... Беги! Кто это такая вообще? Какое-то чудище! За мной бежит! Где мой фонарик? Фонарик, ты где? О, боже мой, какая она страшная! Вот вам, это вам не Гренни, понятно? Это вам не Гренни. Так, открывай дверь. О, боже мой, где я? Что за место? Тихо! Она нас потеряла. Так. Потеряла или нет? Ну ладно, неважно, короче. Какого лешего? Иди сюда! Ты где? Вот это да, ребята. Тут походу, адреналин играет просто пипец. Походу, я самый первый, кто снимает эту игрушку. И это капец, ребята. Эта игрушка реально страшная. Я вам скажу. Потому что вы сейчас смотрите через экран, а я сейчас играю. Тихо. И это реально очень жутко. Ну ладно, ничего страшного. Мы сейчас пройдем ее, походу. Походу, нам нужно открыть вот эти вот замки. Да, и... О боже мой, валим. Тихо. И нам нужно, походу... Так, да, дверь закрыта, давайте откроем. Отлично, Отлично! Опа-опа, тихо-тихо-тихо, она сюда придет. Тихо-тихо. Прячемся. Это Слендерина 2, ребята. Я, конечно, не ожидал то, что она такая жесткая будет. Ну ничего, попробуем сейчас пройти ее. Давайте будем смотреть все шкафчики. Если мы кое-что найдем, это будет вообще круто и замечательно. Так, я надеюсь, она не придет ко мне сейчас. Потому что от нее все можно ожидать. Это дебильная Слендерина. Ребята, если вы хотите, конечно же, продолжение этой игрушки, то... Пожалуйста, поставьте лайк. Да, и напишите Go продолжение. Я не знаю. Возможно, я продолжу это играть. Мы попробуем выйти из этого дебильного отеля. Походу, это отель. Не знаю, как это можно сказать. Но похож на отель. Так, давайте. Блин, дверь. Что? Зачем так пугать-то меня? Если вы испугались, напишите, я обосрался, либо я обосралась. Но я чуть не обосрался, не наложил штаны. Так, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Я трачу батарейку. Так, тихо, прячемся тут. Так, тут ничего нету, в принципе. Ладно, давайте выйдем. Чё нам прятаться-то? Мы уже не боимся ее. Так, открою эту дверь. О! Это гостиная, походу, да? Что тут интересное есть? Давайте посмотрим. Ну, походу, пока ничего нету. О, я вижу череп. Ну, нам нужно собирать черепушки эти, да? Давайте возьмем. О, боже мой, вот она! Прячемся! Ты где? Иди сюда! Что-то я тебя не вижу. Да. Ура, ушла, отлично. Капец, какая-то странная сущая хрень. Тихо. Она же не должна меня заметить, правильно? Боже ты мой. Я могу ее ослепить, если что. Но мы нашли там молоток, да? Мы можем его взять сейчас и пойти вниз. Вниз, почему? Потому что... Ой-ой-ой, я шум наделал! Не-не-не, ладно, сейчас ослеплим ее. Я должен сходить вниз. Что это? Что это такое? Не понял. В смысле, где она появилась? Блин. Так, забери. Так, выключи. Отлично. У нас тут есть батарея. Да блин, ёпарас, это я же нажимал. Вот это было жестко, ребята. Эта игрушка просто пипец. Я вам скажу. Так, она сейчас придет. Ой-ой-ой-ой. На тебе. Давайте... Раскинем эти коробки. Да ёпарасотел, ну не нажимается! Ребят, эта игрушка очень сложная. Я просто в шоке. Короче, ребята, если вам понравилось, давайте мы продолжим в следующей серии. Я попробую нормально, качественно сыграть. Мы просто как бы посмотрели, что за игра. Entity The Horror Escape.
То есть это Слендерина 2, походу. Похоже на Слендерину капец как. Я просто в шоке. Ну, если вы хотите продолжение этой игрушки, напишите Go продолжение, я обязательно посмотрю ваши комментарии, а также не забудьте поставить лайк. И мы попробуем выйти из этого отеля. От этой тупой Слендерины 2. Ну что ж, ребят, с вами был я, Игорь Кодор. И если вам понравилось, ставьте лайкусики, подписываемся на мой канал и нажимаем на колокольчик. Подписываемся на мою группу ВКонтакте и на мой ВК. Все, всем удачи. Всем пока.